Умирающая Светлана Лобода вышла на связь. Накануне стало известно, что в Москве срочно госпитализировали певицу Светлану Лободу, а потом ей провели срочную операцию на почках. Сегодня же артистка смогла выйти на связь. В своем микроблоге Светлана написала, что плачет от обиды. Последние полгода она активно готовилась к своим предстоящим концертам, а произошедшее разрушило ее такие грандиозные планы. Камень в почках стал краеугольным. Певице потребовалась срочная операция. Врачи же дали Лободе 3 минуты на размышление. Артистке пришлось согласиться на медицинское вмешательство. Сейчас Светлана потихоньку приходит в себя. Друзья, предлагаю вам провести прямой эфир в пятницу 26 октября в 16:00 по Москве на самые актуальные темы прошедшей недели. Поделиться своим мнением и познакомиться с вами поближе. Ссылка на прямой эфир будет в описании под видео. Пишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели пообщаться. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Удачи!